Сосчитать количество персональных выставок Игоря Клюшкина невозможно, но вот такой большой проект именно в родном городе для живописца первый. Шапито 13 уже побывал в Мурманске, Сочи отправится в Санкт-Петербург и Москву. В контексте выставки «Шапито» скрыты метафоры временности бытия. Художник в данной экспозиции выстраивает своеобразную лирико-гротесковую живописную сюиту. Мир в произведениях Игоря Клюшкина странен и полон парадоксов. Герои же картин напоминают ярмарку, цирк, средневековый театральный фарс. За этим цирковым камуфляжем изображена вся жизнь человечества, отмечает автор, с рождения и до самой смерти. Тут и любовь с ненавистью, и смех с печалью, и даже блеск с нищетой. В выставочном проекте «Шапито 13» зашифрованы и многие события, которые при желании можно разглядеть. «Весь мир цирк», говорит художник, перефразируя Шекспира. Ведь смех и трагедия – два соседствующих элемента жизни, это и попытался отразить художник в своих работах. Где-то будет смеяться, где-то он будет, наверное, задумываться о том, как устроена наша жизнь, и, может быть, ее это подвинет каким-то своим размышлениям. И где-то он будет умиляться самых разных. Вот, ну, как бы я говорю, это некая модель жизни все-таки, да. И так же, как в жизни, разные мы испытываем эмоции. Но люди, которые смотрели, говорят, что это все достаточно нарядно и по первому взгляду достаточно, ну, весело. А когда смотришь чуть глубже, то ты иногда видишь уже некий подтекст, мне так кажется. То есть хотелось бы мне так верить, что люди увидят эти подтексты.